Всем привет, меня зовут Тушел, и сегодня у меня на обзоре кикапы от Dark Project. Продолжить свое знакомство с продукцией Dark Project я решил с кикапов. Мне прислали несколько разных наборов, но все отличия сводятся к тому, что они отличаются между собой только цветом. Давайте более детально взглянем на это бесчисленное количество пластиковых прямоугольничков. Упаковка достаточно простая, но выглядит эффектно благодаря тому, что разноцветные кикапы сразу на виду. Вся информация о продукте представлена на фронте, сзади абсолютно пусто. В общем, минималистическая упаковка, где всю работу выполняет сам продукт, а не красивый бокс. Все кикапы выполнены из ПБТ пластика, у всех одинаковый шрифт и все предназначены для клавиатур с подсветкой, так как тут используется технология DoubleShot с полупрозрачным внутренним слоем. Толщина стенок кейкапов составляет 1,3 мм, что придает кейкапам прочность и не позволяет свету подсветки просвечиваться через корпус кейкапа. Литье хорошее, но то тут, то там на нижней кромке встречаются заусенцы, что, конечно, немного портит общее впечатление от качества этого продукта. В наборах обычно дублируются некоторые клавиши, чтобы подходить одновременно нескольким раскладкам клавиатур. Длинные же клавиши имеют еще и несколько отверстий для стабов. Мое, наверное, единственное замечание по кейкапам сведется к тому, что мне не очень нравится использованный шрифт. Он не уродский, но вот я могу прекрасно вспомнить классические клавиатуры из 90-х, где был приятный тонкий шрифт, который выглядел действительно круто. Тут же, отчасти из-за того, что надо пропускать свет, и отчасти, что применена технология DoubleShot, буквы получили жирный шрифт. Зато все вышесказанное делает эти кейкапы практически вечными. ПБТ пластик очень износостойкий и не полируется, а DoubleShot означает, что и символы не будут стираться или мутнеть как краска. Подсветка светится сквозь кикапы достаточно хорошо, но как и в любой другой механике, кроме как Logitech с их свечами Roamer, тут будут присутствовать некоторые неоднородность свечения тех символов, которые расположены не над светодиодом. В итоге, на мой взгляд, эти кикапы будут отличным дополнением к игровому сетапу, где надо придать немного уникальности клавиатуре. Я бы, наверное, предпочел кикапы без подсветки с контрастным шрифтом, который был бы равномерно контрастным на всех символах. Но это мои предпочтения, и я думаю, что что-то подобное Red Square или Dark Project выпустит в будущем. А так, в текущем виде для фанатов кастомизации, эти кейкапы являются приятным, на мой взгляд, предложением. Единственное, чего я боюсь, что таких людей, которые готовы купить эти кейкапы, будет не очень много. А это, в свою очередь, заставит ребят из Dark Project отказаться от идеи развивать это направление. Итак, если обзор вам понравился, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был я, Тушел. Всем пока и до новых встреч!